случилось? Выдра окатилась! Шла война, французы кучи наступали. При деревнях ударя и города пути ломали. Полководец Михаил Илларионович Кутузов долго думал и гадал, да как остановить французов. И служил в то время в штабе опытный поручик Рыльский, Яница и Тимбаши, а также спецагент российский. План атаки у французов Рыльский звезднул из-под носа. На пути ему явилась девушка длинноволоса. Но вспыхнул яркий свет, время раздвинуло границы. Вот! Не хватало бед, на кону стояло спасение столицы. Ты понял, 200 лет прошло. Как же его бедолагу вот сюда вот занесло. Молодой изобретатель создал времени портал. Так что наш бедняга Рыльский до своих не добежал. Вот теперь ему явилась современная Москва. Ставку срочно бы вернуться, только выпить бы сперва. С кепками кутит бухат, Рыльский все же человек. Очень ему приглянулся новый 21 век. Но! Вспыхнул яркий свет. Время раздвинуло границы. Вот! Не хватало бед, на кону стояло спасение столицы.